Полицейские изъяли у наркоторговцев 90 килограммов гашиша. Их собирались продавать через интернет-магазин. Подозрительные молодые люди попали в поле зрения правоохранителей Чувашии еще летом прошлого года. Подробности в материале пресс-службы МВД по Чувашской республике. Одного за другим оперативники выводят из автомашины двух жителей Московской области. В ходе служебной командировки сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Чувашии задержали молодых людей по подозрению в незаконном обороте наркотических средств. Работали с размахом. Оперативники полагают, что иногородние жители являлись оптовыми курьерами. Подтверждают эту версию количество наркотиков, которое было изъято в ходе оперативно-розыскных мероприятий. В этих мешках около 50 килограммов гашиша. Задержаны 5 участников этой преступной группы, которые распространяли наркотики различного происхождения бесконтактным способом. За что задержали вас? Считаю, в лесу нашел сверток. Жители Московской области оказались лишь звеном в цепочке задержаний. По версии правоохранителей, молодые люди в возрасте от 19 до 32 лет работали на один интернет-магазин и сбывали наркотики на территории Московской области и других регионов. Обыски и задержания участников группы прошли в городах Пушкино, Истра, Химки. В ходе спецоперации всего было изъято порядка 90 килограммов гашиша и других наркотических средств. Общая сумма изъятых наркотических средств, если рассчитать на разовые дозы, порядка почти 100 миллионов рублей. В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела. Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Устанавливаются личности других участников группы и дополнительные эпизоды их противоправной деятельности.